точно! Надо его диагностировать! Чудак выжил! Вот это везение! Куда повезли Карл 44? В Берлин на ремонт! Чего ты болтаешь? Зачем тебе это? Эй, а ну стой! Остановись! Ты шпион? Последнее предупреждение! Сейчас будешь объясняться военной полиции. Вам нужно проверить чип Карла 44. С фронта жаловались на него. У меня нет времени. Очень спешу. Но, доктор, мне сказали, это очень важно. Ну, глянем, что у тебя там. Нет! Нужна стратегия! Ну, наконец-то я от тебя избавлюсь! Маскировка! Ничего подозрительного не нашел. А теперь мне надо ехать.